Дорого еще брать. Еще дорого. Маленький пучок по доллару, это дорого. Сейчас на сезон нету в пакете. Издыхание, их еще пытаются продать. Ну, например, часто летом можно здесь перцы взять или баклажаны на барбекю. Вот, со скидкой 50%. Но сейчас вот здесь только яблоки, и такой все вид имеет, что даже бесплатно не нужно. Помидоры по скидке сегодня. Ох, неплохие помидоры сегодня можно взять. Огурцы по $1.27. Конечно, они с желтоватым оттенком, но будем брать, какие есть. У меня в доме с уважением относятся ко всем, и к пожелтевшим, и к не очень. Thank you.
хлеб возвращаю на место. Есть сегодня по скидке тоже неплохой хлеб и больше на 100 грамм. Здесь 708, а там 650. То есть там 608, сори. Он стоит 2,50 сегодня. Мы возьмем его две буханочки. Дешевые стали, 3,94. Я возьму и дочки в школу. Да, конечно, они классные. Я их уже брала. Вот я их возьму. 3,97, 24 штуки. Супер. Это супер цена. Хорошая, очень хорошая цена. Это я дочки делаю в школу. Два стика в день. Поэтому мне еще как раз до каникул протянуть. Это супер, класс. Вот этой фирмы я брала пельмешки, именно чикен хорошие были, 6,99. Ну, я сейчас сама делаю, мне сейчас тесто быстро делать. И вареники у них тоже вкусные, в ту же цену, что и пельмени. Но я сейчас сама леплю, если я хочу, быстро завела в KitchenAid своем, скрутила тесто и накрутила. Кукуруза мороженая у меня еще есть, я возьму Greenpeace. Гринпис звучит как гринпис, но пис это как горох. Так, сейчас у нас 97 центов, скидка на хумус и на красные эти. Вот я их возьму, пожалуй, две баночки. Но у меня такие вещи уходят быстро. 97 центов, это большая банка, здесь 796 миллилитров, это большая банка. Это хорошо. Так, пройдемся дальше. Мне еще что-то здесь нужно. Так, еще возьму эти ноггельсы наши любимые. Пусть будут. Пачечка. $1.99. И rice paper возьму. 2,50. Немножечко что-то свежее. Можно в них врап тоже делать. Заворачивать их с разными начинками, тоже хочу их попробовать. Они получаются дешевле, чем тортиллос, если покупать, но в то же время, конечно, другой вкус, но я никогда не пробовала, хочу попробовать. Так, вот еще возьму две баночки по 78 центов сельсбин, я с ним делаю и салат, и во врап его хорошо, и с картошкой тушить обожаю его. Сегодня мы будем заканчивать. Я иду только лишь в отдел, там, где еще закруточки в плане капуста. Вот видно, что есть pickles, olives. Pickles – это соленые огурцы. Вот тут туна. А, кстати, туна. Мне нужна туна. Это чикен. Вот туна здесь. Туна, 97 центов. Да, Chunk Light Tuna in the Water. Вот я возьму две штучки, пусть будет. Мы тоже в горячие бутерброды ложим, мы очень любим с костей. Тхина у меня еще немножечко есть, не буду брать. Так, и еще я, наверное, возьму olives мне нужно. Olives. Я как-то брала большую банку. А, кстати, их уже и не продают. Вот, я брала большую банку, но мне оказалось, что мы ее быстрее съедаем, поэтому я большую бы и не брала, даже если бы она была. А маленькую я ее более эффективно делю. Так, где мои? Возьмете за $1.79.
ихнего производства, ноунейм фирма, это самая дешевая, дешевка из дешевок, что есть. 2,19 уже вот эти, они, конечно, вкуснее, эти оливки, но когда я, это мне не для салата нужно, если бы для салата, я бы брала этой фирмы. А так как я все равно их выпекаю или в бутерброде, или в пицце, то мне все равно, пусть будут эти по $1.79. Посмотрим, что у нас есть. Так. Шукрут, так. Вот она у нас, капусточка. Что-то дороговась. А вот, кстати, вот эти большие банки. Есть, тут стоят 6,50 вот этих оливок. Она мне не нужна. Ну что, брать мне капусточку. Я могу истушить и в салатик, наверное, возьму. Хочется иногда. Последняя банка, их разбираю. Тоже, кстати, вот это ноунейм. Тоже самое дешевое, 2,50. Вот, хотя рядом есть 2,50 польская, но она сладкая. Я ее как-то брала, она с морковкой. Вот, с морковочкой там, но она... такая же банка, но она сладкая. Я не хочу сладкую. А вот внизу есть 2,79 баночка. Но она водянистая очень, эта капуста. Там одна вода, она очень мелкая. Вот это, короче, самое лучшее. Самое дешевое, самое хорошее. Тем более, что мы съедаем, наше семейство съедает все. Так, сейчас еще проверю список и пойду на кассу. Вот $95. Едут домой. О, какая тяжелая коляска. Загрузились, отвозим колясочку домой.